От плеврита до фибромы. На операционный стол торакальных хирургов 5-й горбольницы попадают самые тяжелые пациенты со всего Алтайского края. Чаще всего здесь борются с туберкулезным плевритом, опухолями легких, в том числе на плевре оболочки. В общей сложности врачи проводят около 600 операций в год. Так пациенту с новообразованием в легком после первой диагностической проводится ретракотомия – повторная операция со вскрытием плевральной полости по уже имеющемуся шву. Ее сложность в том, чтобы не повредить легкое при удалении опухоли. К слову, в Барнауле стали чаще оперировать и пациентов с образованиями и гиперплазией вилочковой железы. За последние 7-8 лет их число выросло в 10 раз. Светило медицины профессор и доктор медицинских наук, пульмонолог Яков Наумович Шойхет взрастил много специалистов. Благодаря его научным работам уровень пульмонологии пульмонологов и торакальных хирургов в крае выше большинства регионов России. Пульмонология – это важная очень область. И теперь уже даже в мединституте, вот в этом году уже создали кафедру пульмонологии. Туберкулез и пульмонология. Они соединимы. Раньше это было так мимолетом. А теперь понятно уже, что это очень серьезная область. Особую важность эта сфера приобрела в период пандемии, когда врачи сутки напролет боролись за каждый вздох пациентов. Мои коллеги, конечно, молодцы. Правда, они меня не пустили, сказали, будем сохранять вас. Но сами они, конечно, молодцы. Они четко знали, как делается. Категория их мозгов, она высокая. И поэтому они, в общем-то, сделали очень много для того, чтобы многих спасти в этой больнице. К слову, из-за пандемии увеличилось число запущенных случаев болезни и недиагностированных пациентов. На сегодняшний день эпид-обстановка стабилизировалась, а значит, у врачей появилось больше возможностей вернуться к сложным пациентам. София Яценко, Андрей Печоркин, «День с толком».